Минздрав готовится к возможному масштабному распространению коронавируса в Российской Федерации. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Сергея Краевого сообщает, что Минздрав России готовится к возможному масштабному распространению коронавируса. При этом ведомство не дает точных прогнозов по развитию ситуации с вирусом на территории нашей страны. По словам Сергея Краевого, это связано с тем, что Минздрав не имеет точных коэффициентов, которые помогут просчитать все риски. Ранее ведомство сообщило, что определено место, куда будут эвакуированы российские граждане из Китая. Сегодня, 4 февраля, туда отправят специалистов для обучения медицинского персонала в связи с особенностями заболевания. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!